Находимся. Это такой, это у нас так сигареты продают. Вот такой как бы магазин получается. Здесь всякие резиночки. Вот там вот витрина со всякими сумочками. Да, со всякими безделушками. Сейчас я вам объясню, почему я сюда зашла. Короче, вот хочу рассказать, что вот так вот вывесили теперь. Это как бы еще не во всем, как бы они не обязаны это делать, но тем не менее, у них это как было такое предложение вывесить вот такой плакат, закрыть все сигареты. И было такое предложение, чтобы сигареты были больше без марки, чтобы они шли все на один вкус, то есть табак был одинаковый. И чтобы на сигарете не писалось название марки. Чтобы это название марки писалось внизу по самой пачке маленькими-маленькими буквами. То есть, как бы, если подпишут вот этот вот закон, вот этот, или как его, это предложение, то у сигареты будут выходить полностью чистый пакет с изображением людей, которые там заболели болезнью от сигарет. То есть, вот так вот оно выглядит. Сигареты сейчас все закрыты. Вот. Ну, а дальше там идет такой маленький магазинчик, где вы можете купить все, начиная от таких заколочек, сумочек, часиков, открыточек. Вот такой вот магазин. Сейчас камеру пущу, есть люди. Вот, лотерея. Ее очень много. Лотерея считается вообще одной из самых популярных игр в Италии. После футбола, наверное. Не, наверное, футбола, потом лотерея. Вот, то есть играют все. Вот сейчас, допустим, написано, что Оджи джекпота 4 миллиона. Да, 4 миллиона. То есть вот сейчас все играют. Покупают билеты. У меня Карлос играет. Автоматы еще такие вот используются. И также вот здесь тоже все это вот. Лотерея. Здесь такие вот стоят кассы. То есть вот на этих вот кассах можно заплатить и свет, и газ, все, что вы хотите. То есть не обязательно идти на почту и платить счет за свет или за газ. Ну, вот приблизительно вот так. О, сенти, вини пак. Грацио, аривидерчи. Чао. Здесь всякие такие там парфумчики стоят. Вини пак. Если вы там забежали на 5 минут, здесь же можете купить тетрадку, ручку, все, что вам не хватает. Здесь эти самые жвачки. Еще один стендик со всякими заколочками. А вот если посмотреть с улицы, то витрина вот так вот выглядит. Да? Всякие там тоже заколочки. Вот так вот она. Отсвечивать, наверное, будет. Ну все, пошлите, девочки. Шо хочешь? Зачем? Короче, вот так вот оно. Я сегодня просто утром зашла. Саша, отойди, пожалуйста. Саша. Я не буду вас снимать. Вы там не нужны, Саша. Артистки, блин, погоревшего театра. Короче, что хотел сказать. Сегодня утром зашла, и вот он мне сказал, что типа есть вот такая вот пропоста, но такое предложение, что как бы... Если подпишут бумаги, если все будут за, да, чтобы спрятать вот эти вот, типа, сигареты, как бы убрать с глаз, что все против сигарет, это предложение европейское. Вот, и, короче, это самое. Будут сигареты выходить без марки. Будут там, он сказал, на пачке будет там изображение какое-нибудь, там, говорит, беззубого там дядьки, он так сказал. И, то есть, сама марка будет, должна быть написана в самом-самом низу пачки, то есть, вообще маленькими буквами. Так что не знаю, примут такое или не примут. Но тем не менее, видите, поступило предложение. И сразу же в магазине табаков это вывесили. Сразу это все как бы поддержали. Сигареты сейчас очень подорожали. Там пачка Винстона стоит 4 евро 30 копеек. Обыкновенная пачка Винстона. Мальборо там вообще, по-моему, за 5 евро. То есть, а у нас наши русские там женщины и... Там, ну, кто работает, кто это самое, живет в Италии, то они, получается, что покупают с автобусов. У нас есть наши автобусы, которые... Сейчас, меня же немножко в кадре. Всем привет. Вот, и наши автобусы приезжают, и они продают, по-моему, 30 евро. Они продают
блок сигарет стоит. Севера. Бессера. Вот, стоит блок сигарет, и многие наши, которые работают, вот там бабушек у кого-то еще, вот, покупают вот эти вот блоки уже с наших автобусов, которые привозят посылки. Там кто-то с Украины посылку шлет, кто-то шлет на Украину. И вот эти вот они привозят там селедку нашу, там семечки у нас. 1.50 рубль, по-моему, стоит маленький пакетик. Вон так. А вот я говорила, что вот он единственный в нашем дворике, вот единственные вот эти вот лавочки. Там еще в одном дворике есть, где вот собираются там мамаша с детьми, там и все, больше ничего нет. А есть там еще футбольная площадка, но она без покрытия, там асфальт просто загорожен около гаражей. Потому что в Италии гараж, он как-то не популярен, мало кто ставит машину в гараж. В основном вот так вот они под домом стоят, а кто живет в собственном доме, может просто ее за калитку закатить, то есть как бы... Ну, мне так кажется, что гаражом мало пользуются, потому что даже вот наши знакомые, у кого есть дома с гаражами, в гараже держат совершенно другое, там мебель какую-то там жалко выкидывать, или там летнюю мебель, там, которую из своих садов на зиму убирают. Ну, не на зиму, такой зимы там у нас, там, господи, 3 недели там мороза, месяц может от силы. Вот. А это, короче, дом, я показывала, что когда-то его ремонтировали, вот его до сих пор сколько уже, все лето его красили, ремонтировали, меняли крышу. Еще ведутся работы. Так, ну все. Буду прощаться. Пока. Солнечная Италия идет домой. Смотри. Все хорошо, настроение отличное. Вам такого же желаю. Всех вас обнимаю, целую же. Вам тоже желаю всего самого большого, светлого, самого доброго. Ты все-таки лезешь в кадр, на? Что? Ну, фильм. Зачем он мне нужен? Что я фильма не видела по телевизору? Все. Пока.